Сегодня впервые в Крыму стартует невероятное событие для всех любителей путешествовать. Тревел-квиз «Кругосветка». Если вы хотите узнать, как это будет происходить, какая же команда займет первое место, тогда смотрите и следите за нашими новостями. Вообще, если честно, в Италии вообще, мы не ездили, мое, наверное, знание ограничивалось Римом, на самом деле это все. Но, на самом деле, вопросы настолько включающие, настолько интересные, что даже мой сын 4 класса, он подсказывал, некоторые ответы на эти вопросы знали. Супер организация, есть возможность познакомиться с ребятами, со всеми, которых действительно слышали, но не знали. Я уверена, что все люди, как сказать, сплочаются в команды, правильно? Есть единомышленники, есть великолепная возможность познакомиться с людьми, и самое главное, это будет клуб по интересам. Вообще супер! Честно скажу, я когда сюда шла, я не ожидала, что это будет настолько весело, потому что мне всегда казалось, что формат «что, где, когда» — это очень скучно, старомодно. И здесь следующий вопрос, да? Это было просто, мы попали в такой азарт, мы все просто на таком позитиве. Оксан, спасибо тебе большое. Поскорее приходи уже в наш директорский чат. Да, мы тебя там очень ждем, ты достойна. Просто самых высших высот в этой компании, и ты обязательно к ним придешь, потому что, несмотря на твое красивое положение, ты остаешься максимально энергичной и драйвовой, и такие люди делают нашу команду самой успешной, самой быстро растущей, самой драйвовой, классной, креативной. Мне кажется, это единственное место, где так собираются и играют игры. Всем рекомендуем. И все вопросы очень интересные, но последний был самый сложный. Можно было даже пару ответов, хотя бы зацепку какую-то. Расскажи, как команда вообще сплочена, насколько быстро находит правильный ответ, и как вы вообще идете к своему финишу? Мы вообще все оказались такими активными, вот мы прям за столом все нашли друг друга. И кто-то знает один вопрос, кто-то другой, кто-то в одной сфере ориентируется. В общем, вообще сплочено, и, по-моему, мы победим. Мы готовились, как вы видите, мы все дресс-код, да, у нас отдельный чат, мы готовились. И, конечно же, мы все честно делаем, не пользуемся интернетом, не гуглим, включаем такой мозговой штурм командный, все друг другу подсказываем. Это очень здорово, это очень сплочает. Я думаю, мы будем долго это вспоминать, рассказывать, делиться, и на следующий раз будет в два раза минимум больше людей. Все получится! Да! Okay. You can handle.